понижением температуры на улице в жилые дома Лиды пришло тепло, но не во все сразу. С понедельника идет поэтапное подключение отопления в жилфонде, так как сделать это одновременно невозможно. В ЖКХ уверяют, постепенно потеплеет в каждой квартире, включая дома, где производился капитальный ремонт. В тех же домах, где батареи уже греют, на протяжении 10 дней будет отлаживаться работа теплосистем. По заявкам граждан, коммунальщики будут развоздушивать систему отопления. Изначально включаются дома, которые на дальних сетях находятся, то есть дальше всего расположены от теплоисточника, от ТЭЦ. Это улицы Рябиновского, Тухачевского, Машерова, ну и близлежащие к ним. И второй день по техническим условиям включаются уже ближние сети, центр. То есть в том числе Росляки, Советская, проспект Победы там и так далее. Случается такое, что некоторые комнаты, некоторые стояки не работают. Это все зависит от технического решения при проектировании и строительстве дома. Есть так называемые верхние разводки, которые проходят закольцовка трубопровода отопления, проходит на последних этажах квартир. И в случае, если житель отсутствует по какой-то причине в командировке, в больнице там, или там, где-то в каких-то других вот таких местах, и изначально никто не может сказать, где. Вот, к сожалению, в таких ситуациях приходится искать по соседям, по родственникам, по разным другим каналам, в том числе и через паспортный стол, через РУВД, где можно найти этого человека для того, чтобы попасть в квартиру и выполнить развоздушивание системы отопления.